День осеннего равноденствия. Издавна во многих культурах считали этот день особенным. В этот день силы человек может получить помощь высших сил. Осеннее равноденствие – это второй день в году, когда день равен ночи. Это последний главный сбор урожая, время подведения итогов, вознесения благодарности за то, что мы имеем, завершение годовых дел и подготовка к зиме. День осеннего равноденствия очень мощный с точки зрения природной энергетики. В этот день делают обряды на очищение как души, тела, так и жилища. Также очень хороши любые действия на благополучие семейных отношений и на богатство. Можно ли в этот день загадывать желания, вы узнаете, досмотрев видео до конца. После дня осеннего равноденствия Солнце и Луна идут на убыль, забирая с собой все ненужное, лишнее и мешающее из жизни человека. Нужно лишь четко сформулировать, от чего именно вы хотите избавиться. Для этого возьмите лист бумаги, напишите на нем все то, от чего вы хотите избавиться, и сожгите этот лист, а пепел смойте в унитаз. Что нельзя делать в этот день? Не одалживайте деньги и сами не берите в долг. Не ссорьтесь ни с кем, не затеивайте конфликтов, не сплетничайте. Не отказывайте людям в помощи или гостеприимстве. Что можно делать в день осеннего равноденствия? В этот день желательно встать пораньше, чтобы полюбоваться солнцем на восходе. Зарядитесь солнечной энергией на долгое зимнее время. Избавляйтесь от лишнего. В этот день самое время разобрать все шкафы и полочки, выбросить хлам из дома. Отличный день для начала диеты. Выбрасываем хлам не только с нашего дома, но и с нашей души и тела. Избавляемся от страхов, сомнений, вредных привычек, обид, агрессии, заканчиваем отношения с людьми, которые мешают нам развиваться и наслаждаться жизнью. Заканчиваем все дела или делаем то, что давно хотели сделать. Создаем уют в доме и праздничную атмосферу. Украшаем дом свечами, осенними листьями, рябиновыми веточками, красочной декорацией, освещаем лампами, делаем все, чтобы не поддаться осенней апатии. Выражаем благодарность. Как говорится, благодарите за то, что у вас есть, и вам дастся больше. Поблагодарите в этот день за все хорошее, что у вас было в этом году, за то, чего вы сумели достичь, и все положительные моменты радости, которые придавали вам уверенности и сил для движения вперед. Поблагодарите всех, кто оказывал вам помощь, поддерживал советом, теплыми словами. Не забудьте поблагодарить себя. Достигая какую-то цель, мы часто сразу же ставим себе новые задачи, при этом забываем на минутку остановиться, насладиться своими достижениями и похвалить себя за свои усилия и старания. Поэтому прямо сейчас вместе со мной сделайте мощную практику, которую вы повторите в день осеннего равноденствия. Если вам понравится, вы можете ее делать каждый день. Итак, возьмите свою правую руку, положите ее на свое левое плечо, а теперь, похлопывая рукой по плечу, скажите себе: «Я молодец! Я люблю и благодарю себя! Я рожден, я рождена для счастья и любви!» Для активации счастья и любви напишите в комментариях: «Так и есть! Я молодец!» Подведите итоги этого года уже сейчас, для того, чтобы до конца года у вас было еще время для доработки. Хотите изменить вашу жизнь к лучшему? Тогда записывайтесь ко мне на обучение. Заявки пишите в Instagram. Благодаря обучению вы поймете, почему с вами произошло то, что произошло, и как это исправить. Больше про обучение смотрите в предыдущих видео или по ссылке в описании. В этот день вспомните и поблагодарите своих предков. Проведите этот день на природе, чтобы воссоединиться с ее гармонией и наполниться силами. День осеннего равноденствия идеальный для загадывания желаний. Для активации исполнения желаний пишите в комментариях: «Мои мечты сбываются, желания исполняются». Да будет так! Если вы хотите получать подарки, то в этот день дарите их сами, и Вселенная обязательно вскоре одарит вас чем-то приятным. Я тоже люблю подарки, поэтому дарю вам практику на изобилие в день осеннего равноденствия. В этот день пересчитайте ваши деньги и скажите: «Как день равен ночи, так мой доход приумножается и растет быстро очень». Да будет так! Если вы пользуетесь теми советами или практиками, с которыми я поделилась с вами, то вы можете отблагодарить меня в качестве подписки на мой канал Татьяна Дивия. Ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Я благодарю каждого за благоприятный энергообмен. Желаю вам успешного и плодотворного дня осеннего равноденствия!